Огромные двери, изготовлены в Санкт-Петербурге, все это вообще. Все в Питере сделано, да? Да, все в Питере на Ижорском заводе. Вклад России. Вот это железо тоже изготовлено в России. Значит, перед вами дипольный магнит. В настоящее время он проходит технологическую сборку и испытания. То есть, по сути дела, это сборка необходима для того, чтобы что-то уже подогнать по месту, потому что штучные изделия и многие вещи, вот как суппорта, это уже мы перед тем, как привернуть, приходилось сверлить все эти вот отверстия наверху там и по разметке по М36 потом нарезали резьбу. Ну, моя часть — это приспособы делать для того, чтобы все это вот сверлить и нарезать резьбу. Ну, плюс конструкции. Да. А там ускоритель идет? Он идет вот туннель, кольцо. Мы работаем на встречном пространстве, будет работать. Сейчас вот здесь вот это вот. Вот. Тут смотри, такой по 20 тонн, супер также по там тонн с чем-то, забора. Ну вот самое неприятное, это сидеть наверху, это гаечки заворачивают, там отключение, неприятность такая. Страшная гайка. Вот.
можно прикольный магнит. То есть, по сути дела, потом все это разберу, все на части разберем, перенесем за магнит на плечах. Ну, наверное, спасибо. Ну, я его, собственно, вот... Прям интересно. Давайте, давайте здесь фотографируемся тогда. Сейчас лучше вот я на видео снимаю.